1 декабря в нашем городе было достаточно интересное событие. В городском доме молодежи прошла добрая ярмарка. Это ярмарка, на которой свои услуги предлагали работающие в городе некоммерческие организации, социальные предприниматели, в общем, люди или организации, работающие в таком сегменте рынка, в котором нет сверхприбыли. На мой взгляд, можно сказать, что работа социальных предпринимателей, некоммерческих организаций некоторым образом и в нас, остального населения, пробуждает уже забываемые понятия, такие как бескорыстность, доброта, желание помочь без получения какой-то прибыли с этого. Тут хочу отметить, что, как правило, люди, желающие начать работать в сфере социального предпринимательства, имеющие очень хорошие идеи, повторюсь еще раз, эти идеи направлены не на получение прибыли, а направлены на улучшение качества жизни, помощь социально незащищенного категории населения. Как правило, такие люди не имеют необходимых знаний, как это реализовать на практике. Сегодняшний день таким людям или таким некоммерческим организациям приходит на помощь государство в лице ресурсных центров. Кстати, в Комсомольске-на-Амуре он тоже работает. Также организационный отдел администрации города оказывает методическую помощь таким инициативным гражданам для того, чтобы они смогли реализовать свои идеи на практике. Любой житель города, у которого есть какая-то своя идея, осуществление которой может сделать нашу жизнь интересней, может кому-то помочь в решении его проблем. Вот такой житель может обратиться в ресурсный центр, и там специалисты ему расскажут, объяснят, какие шаги сделать, чтобы реализовать его идею. Тем более государство сейчас дает возможность, то есть выделяет деньги на реализацию социально направленных проектов.